Привет, мои дорогие! Добро пожаловать на мой канал Нафиса Уфа. Сегодня решила снять обзор на тему «Ответ моим подписчикам», потому что даже, девочки, я не в расстройстве, я была просто, ну, в каком-то шоке, удивлена, целый день вчера ходила и решила, что в других обзорах я не буду, наверное, показывать тему на личное, значит, это касается показывать что-то в квартире, что-то рассказывать о себе, потому что тяжело, девочки, принимать некоторые комментарии, критику, в которой пишут там «Добрый день, Нафиса», да, было бы так, но так некрасиво, но все-таки решать вам, но я бы посоветовала вам вот так. Конечно же, такую критику я воспринимаю, такие комментарии просто приятно читать, хоть, знаете, не в мою пользу, может, этот комментарий, да, может, что-то не понравилось, но все равно приятно. Но вчера было очень много грубых комментариев, честно скажу, унизительные, унижающие, вот, ни здрасте, ни до свидания, во-первых, как-то я привыкла, также заходя к другим блогерам, писать «Привет», «Приветик», «Здравствуйте», поэтому я, конечно, была немножко удивлена грубостью некоторых комментаторов. Я даже не скажу, что мои подписчики, потому что это может быть просто человек левый, который прошел мимо, нагрубил и пошел дальше делать свое грязное дело в других каналах. Я успевала удалять эти комментарии, заблокировать этих людей успела, но может даже вы, мои хорошие, видели. Подписчики мои эти комментарии, кто-то, может, успел увидеть. Потому что комментарии я свои не закрываю, я их не перебираю, они у меня всегда открыты. Кто что хочет, тот и пишет. Кто-то наплюет на мою душу. Поэтому я решила, и муж тоже, смотря на меня, что я целый день нервничаю, волнуюсь, переживаю из-за этого, сказал, что почему, вот зачем ты один раз сняла, а больше не снимай. Ну, не показывай. Поэтому, наверное, на моем канале пока не будет таких тем, касающихся лично нашей семьи. Это вот тоже, что касается, да, насчет мебели. Поэтому я, конечно, была удивлена. Ну, постояли бы эти коробочки. Я же спрашивала совет не о том, что убрать мне их, не убрать. Я у вас спросила вчера совет о том, что хватит ли 3 коробки или докупить еще одну. Хотя, знаете, уже в фикс-прайсах этих коробок, наверное, уже и нету. Вот, насчет статуэток, я, да, принимаю такие комментарии, я согласна, чтобы я бы с удовольствием ставила какие-то сувениры, статуэтки, но, к сожалению, у меня таких тоже дорогих, скажу вам, под нашу мебель, как многие пишут, я воспринимаю нашу стенку как обычную стенку, просто я хотела очень такую белую, поэтому вот пришлось купить такую, ну, для нашей семьи дорогую. Также очень как-то унизительно, я не знаю, дешевка какая-то, но я не знаю, я же все-таки не богачка. Мы, наша семья средняя, семья, которая зарабатывает, которая от зарплаты до зарплаты живет в кредитах, честно скажу, в кредитах. Поэтому для нашей семьи такие магазины, как, к примеру, и Фикс-Прайс, также в комментариях мне еще ответят. За это я еще, конечно, еще понервничаю, ответ получу. Вот. К сожалению, прошу прощения за... Я не хочу себя вообще показывать. Я думаю, что вообще не буду себя показывать. Вот. Не знаю я. За эту решетку, которая перед вами стоит, потому что мне еще напишут про эту решетку, спрашивают постоянно, смотрят и постоянно спрашивают, а вы на первом этаже живете?
Да, на первом этаже, потому что я обычно об этом всегда говорю. Вы видите в обзорах, что проходят мимо люди. Ну, вы представьте, я живу, да, ну, на этаже выше. Ну, как вы можете видеть людей, которые прям проходят, я не знаю, обувь, которую видно, брюки, видать, кто проходит. Поэтому это глупость постоянно спрашивать, на каком этаже я живу. Мне кажется, я об этом часто говорю, и в обзорах на подоконнике это часто видно, что это первый этаж. Вот. Насчет коробок. А вот насчет коробок хочу я вам немножко показать. Сейчас я немножко их переделала. Согласна, я согласна насчет того, что ручки у них, конечно, не ахти, да, насчет того, что мне написали, что вы сами как-то были удивлены этими коробками. Честно, я была удивлена и размером, и качеством коробки, потому что в обзорах как-то некоторые показывают, они были намного лучшего качества. Вот. Но просто у меня там пустота, которую охота как-то, я не знаю, чем-то перекрыть. А насчет комментария поставить туда книги, мы не согласны. У меня муж тоже не согласен, я сама не согласна, чтобы они пылились. Я стараюсь, вот уже начала все избавляться от бумаги, от книг, сдаем макулатуру детям в школу. Поэтому книги, тем более в зале, какие книги? Нет, это не вариант, это отпадает. Насчет статуэток. Статуэтки, нету их. Если вам не жалко, может, это наглость, но я с удовольствием приму такие подарки, если вы кто-то мне решит подарить какую-то статуэтку, кто-то на обзор может мне прислать статуэтку, с удовольствием приму. Вот. А, насчет этого, да? Потом насчет чего еще там? А насчет цветов, разные там букеты эти нет. Отпадает нам, мусульманам. Дома искусственные цветы держать запрещено. Поэтому это отпадает. Искусственные цветы я держать не буду. Остается, ну, разные сувениры, конечно же, статуэтки, которых у меня пока, к сожалению, нету. Дальше. Также были немного комментарии насчет того, что я начала там что-то рекламировать. А почему бы и нет? Многие блогеры это рекламируют. Все-таки наши обзоры, которые у кого-то они качественные, у кого-то тяп-ляп, как у меня. Вот. На это тоже надо время. На это надо время. Потому что я также человек работающий. Тоже очень устаю. У меня семья, уборка, готовка. Поэтому почему бы и нет? Почему, если они сами нас находят, предлагают, почему бы не попробовать? Вот. Так что мне еще одно сотрудничество предложили, которое я с удовольствием приняла. Надеюсь, скоро увидите это в обзорах. Критику я, которую пишут грамотно, уважительно я воспринимаю, но те критики, еще эти комментаторы в фикс-прайсе пишут, что там все дешевка, там все некачественно, там самые худшие товары, да, так сама заходит, да, но я же под каждой темой пишу фикс-прайс, покупки фикс-прайс, отзыв на фикс-прайс. Если что-то касается фикс-прайс, так почему вы заходите? У меня вопросы уже таким тоном. Почему заходите и смотрите? Мне же ведь кажется, честно, вот, ну честно, напишите, вам же нравятся обзоры фикс-прайса, а? Ну я не знаю, раз вы смотрите. А когда кто-то покупает и показывает, то это начинается дешевка. Очень много у нас в квартире дешевых вещей, я знаю. Мы пока все вот так начинаем только. И для нашей семьи, кроме квартиры и машины, эта стенка, наверное, самая дорогая вещь в квартире. Вот. Сейчас, наверное, все. Поболтаю. В этот раз я опять услышу. Я ни на кого не в обиде, кроме тех, которые очень-очень грубо унижающе пишут.
на той неделе вообще был унижающий комментарий, который я вообще вспоминать не хочу и не буду. Вот. Но и еще совет тем, кто комментирует. Многие говорят, что канал, который открывает блогер, это его дом. То вы, приходя в гости кому-то, вы всегда здороваетесь, вы говорите «Салям», «Привет», «Здравствуй», «Здравствуйте». Вот. Поэтому, заходя на мой канал, как многие мои любимые подписчики, тоже, пожалуйста, ну, я не знаю, как-то приветливо напишите «Здравствуйте», если не хотите «Привет». И напишите свои комментарии насчет того, что вам не понравилось. Ну, пожалуйста, зачем так в грубой форме писать, я не знаю. Сейчас я также комментарии все открою. Наверное, вам этот формат надоел. Но смотрите на снег. У нас очень много стало снега, как видите. Я недавно жаловалась, что у нас нету снега. А теперь у нас снега очень даже нормально за какие-то 3-4 дня, как пошел снег. Наслушаюсь я еще раз комментариев, конечно же. Некоторые будут поддерживающие, но некоторые будут, конечно же, я уже в страхе читать эти комментарии. Но немножко, конечно, опять скажу, после этого обзора я была немножко в шоке. Я жалею, что я показала, куда я буду оформлять эти коробки, показала эту стенку. Вот. А ведь охота как-то своим подписчикам показывать не просто покупки. Я иногда прохожу мимо некоторых начинающих блогеров, которые выставляют товар с фикс-прайса, к примеру, даже не только товар, а другие покупки, которые даже не открывают, не показывают, это купил, то купил. Я не люблю, я прохожу мимо таких обзоров, я ничего не пишу, я не ставлю дизлайки, просто закрываю этот канал и перехожу дальше. Я уже запоминаю этот канал и больше к ним в гости я не захожу. Вот. Я люблю, когда все показывают, нравится, как кто-то оформляет и для чего-то применил. Также для себя я это применение, конечно же, запоминаю, а вдруг понадобится. Так, наверное, на этом все. А теперь я хочу вам показать, что же я немножко переделала с этими тремя коробками. И думаю, что четвертой коробке тут не место. Так, вот так вот выглядят коробки, которые я переделала. Мне кажется, три коробки предостаточно. Поставила я их не прямо, как вы видите, они стоят немножко на несколько градусов перевернуты. Переделывала я их также лентами и блестяшками-наклейками с фикс-прайса. Действительно, ручки коричневые, я согласна с подписчиками, что они выглядели очень ужасно. Если бы не было этих ручек, мне кажется, было бы намного-намного лучше. Но с этими ручками, потому что эта стенка получается очень высоко, и доставать очень даже легко получается эти коробочки. Я не знаю, я пока убирать их не буду. Пока у меня ничего не появится, они у меня будут так стоять. А в том обзоре я ведь сама сказала, что если мне надоест, я решу их убрать куда. Но это будет, конечно же, как многие подписчики пишут, комментаторы. Это будет, конечно же, мое решение. Вот. Поэтому я не знаю. Я сама вот говорю, что не хочу вам ничего показывать, но покажу, да? Пока постоят к Новому году блестящие. Вот, я немножко их, получается, отбелила, убрала фон ручек коричневый, край, как называется, бейки, тоже убрала фон, поэтому пока будут стоять. И поэтому вот такой вот ответ для всех подписчиков, потому что очень много комментариев, и иногда становится, подписчики у меня увеличиваются, комментарии увеличиваются. Конечно, я этому очень рада, не отрицаю, и с каждым днем отвечать становится тяжелее. Вот. Кстати, вот
Тоже спрашивали, вы же вроде покупали фужеры тоже, вот они. Как один мне написал, ужасные фужеры и ужасные стопки. Вот, я слышу такие комментарии вообще. Ну и вот, на этом все. Теперь пишите мне, как вам такая небольшая переделка. Вот. Это мой ответ подписчикам, не только подписчикам, и сторонним комментаторам, которые проходят мимо, пишут и уходят. И не думают о том, что же будет думать человек, беспокоиться, который сделал этот обзор. Наверное, на этом все. Буду прощаться. Даже нет, не буду прощаться. Это слово не хочу применять. Всем до новых встреч. Не сердитесь на меня за такой ответ. Всем пока. Я вас всех люблю.